Только не урони ее! Ну это какой же. Мы вернулись. И Дима вернулся. Такое вот возвращенница. Итак, да, ребят, после зимнего перерыва, когда мы ничего не делали, даже почти не тренили, кроме улицы. Какая майка есть? Да, был. Энергия улиц. Понятно. Мы вернулись, и теперь снова начинаем пятый сезон. Будем снимать видеоблог, будем снимать тренировки, поэтому пишите свои комментарии, пишите, что вы хотите увидеть, какую информацию, какие упражнения, может быть. Также будем очень рады поездить в этом году по городам, посмотреть новые города, пообщаться с новыми людьми, потренить вместе, поэтому приглашайте, если у вас будут какие-то события, мы будем очень рады. Ну а сегодня очередная тренировочка, кстати. Смотрите, смотрите, сколько нас тут. Сколько людей проходит 100-дневочку-то, а? Господи, их очень много. И они везде. Растем. Ну а пока разминаемся и посмотрим, что будем тренить сегодня. Погнали. Сань, ты скучал по подписчикам? О, какой трек. Я его давно не слышал. Я скучал по этому треку. Ладно, подписчикам тоже. Пишите в комментариях, если вы скучали по Сане, ему будет приятно. Хоть кто-то ему напишет. Кто-то да по мне будет скучать. А окей, что делаем сегодня? Я никому не нужен, блин. Меня никто не любит. Грустный смайлик. Что делаем сегодня? Танцуем. У тебя есть какой-то план? Да, мы будем отжиматься. Как обычно. Весь план, да. Весь уже план. Полгода отжимаем. Первое упражнение, скажешь? Первое упражнение — отжимание от пола. Ок. Я к черному. Ты к черным? Ну потому что это же воркаут, поэтому он к черным. Таким образом вы доходите до 30, то есть делаете 20, небольшой отдых 25, небольшой отдых 30, небольшой отдых 25, небольшой отдых 20. Это вот такой вот разминочный подходик. После чего переходим ко второму туру отжиманий. Да, смотрите, мы делаем пятнашку, застываем внизу. Ты говори, говори. После пятнашки поднимаемся вверх, когда скажу я, не знаю, сколько это будет, может секунд 20-30, не больше. А потом еще делаем пятнашку, еще раз застываем внизу. И секунд 15. И еще пятнашку. О, идеально. И еще пятнашку. У нас так 150 секунд получается. Мы сейчас делаем 30 отжиманий. Да. Вот, мы делаем пятнашку, 15 секунд внизу, делаем пятнашку, 15 секунд внизу. Все очень просто. Окей. Поехали. Кто сделал быстрее, просто ждет в упоре. Странно, что Саня о себе в третьем лице часто говорит. Напрягай пресс, у тебя верх корпуса отжимается, потом вниз доходит. Не внизу? А, понял. Ну сейчас мы с тобой сделаем. Давай сейчас сделаем коль после них. Самое тупое, когда ты снимаешь, ты не можешь тренить, и это дико бесит. Кому все тренят? Вам важнее тренить, чем мне. Из вас еще может что-то получиться, из меня нет. Тебе долго придется стоять, Сань. Давайте, тащите, тащите. О чем ты думаешь? Да ни о чем, поскорее бы не закончишь. Да, мне тоже так кажется. Они что-то, они даже не отжимаются, смотри, они не отжимаются.
Да, не пачкайся, не надо. Сколько осталось? 30. 3. Ждем его. Кого еще ждать? Ты тоже все? Че ты на ноге стоишь? Все? Все? Все, поехали вниз. 15 секунд внизу. Такая вот тень. Третье упражнение. Третье упражнение отжимания. Третий вид отжиманий. Идея. Пришла из ниоткуда, блин. Откуда? У меня руки дрожат. Снимай. Что, устал? Смотрите. Все помнят, с одного до 10. Мы переговорили. Людей младенца. Я не знаю, сейчас объясню. Но кто понял? Тот понял. Делаем на полу все вместе. Причем суть такая. Доходим до 10. Сделали десятку, простояли наше время, которое мы должны. И вниз. На сотку. А сотку вниз? Внизу сотку? Да, мне 55, согласен. Честно, на 50, да, что а с 1 до 10 вверх это те самые с 1 до 10 это вверх? С 1 до 10 вверх те самые. Я понял, да, тебе. Сейчас я расскажу, как это делать. Мы делаем. Ты можешь пока рассказать на нашим телезрителям, а я пока расскажу. Если ему как ты рассказываешь, вот, и все. А как получается? Наши телезрители. Один раз, одну секунду в уборе простоял. Сделал два раза, две секунды в уборе простоял. И так вплоть до 10. После эту идею нам подарил Зев. После десятки, да, стоим 10 секунд в уборе. Находим до 10, после 10 секунд мы боем, мы качаем молодец, головой. Дима, что привез музыку нормальную, прям приятно, качаем приятно, толпу. Молодец, Дим. Да, ты красава. Да, наш мастер по музыке и видосам. Вот, Дима, я показал его еще уже. Еще раз покажи. Не, показай, вот его покажи. Пошли, покажу вам колоночки. Вот такая вот у нас тема. Ребята, это уровень. Ну а мы возвращаемся к отжиманиям. Дай одеваться. Да, и задача в конце подняться вверх. Поскольку многие просили показывать сеты целиком, то мы будем стараться показывать сеты целиком, хотя это дико скучно. Но кто-то в интернете не верит, что мы действительно так тренируемся. Все вместе, конечно, да, конечно. Да, конечно. Какой у тебя вопрос? Короче, смотри, я делаю круги, да, там, ну, завелось, короче, сказать, австралийский смотреть. Короче, я буду австралийский делать, где приседания, отжимания, приседания, короче, 5-4 пятки. Ну, планирую так, вот так, вот, 15-20, короче, начать обладки вот этой массы. И еще австралийских побольше. Еще, не, не побольше, короче, я вот 3 делаю, пока не могу, короче. Ты еще австралийских? Ну, тогда сделай просто вот после 15 минут отдыха, еще там 10 подходов, там по 3 австралийских. Тебе надо набирать австралийских много. Я понял. Вот. И это делаю, короче, это отжимание оттуда. От самого низкого. Да. Хорошо. Привет. Давай, да, успехов. Новичок. Да, ну здесь сегодня у нас много новичков. Ты ожидал, что будет много людей только? Слушай, ну я видел то, что там как бы написали, что придут много. Ну я, если честно, боялся прийти, я так нормальный человек вообще. Главное, что не испугался и пришел. Да. Не, у нас хорошо. Давай, да, тренируйся, что спрашивай всех. Спасибо. Блин, они опять что делают. Что такое? Что там было? Где Санек из всех них? А вот он. Я же знаю, что вы хотите посмотреть, как тренит Санек, а не все остальные. Как бы это организовать. Thank you.
как Саня. Не надо ставить, как я. Вверх! Почему? Красавчики, красавчики, не знаю. Зачем? Кто хочет стать, как Саня? Пишите в комментах. Маленьким слабым карликом. Да, маленьким слабым карликом. И... Зато я черик сделал, все равно. Вот, видишь? Кто не хочет стать, как Саня? Я не хочу стать, как Саня. И правильно. Я не хочу опять быть студентом. По-моему, это самое счастливое время у студентов. Да. Когда я был студентом, сейчас я понимаю, что это самое счастливое было время. Не то, что взрослая жизнь. Ты будешь это делать, Байдо, или нет? Такой, я сделал. Блин, а все делали, да? Я один тут снимал эту хренатень. Я могу просто поставить и снимать. Не получается поставить и снимать. Ладно, все равно сейчас будете отдыхать долго, да? Так, смотрите. Смотрите, потянь, как делать. Суть такова. Берем нижним платом, узким. Ну вот, вот такая ширина максимальная. То есть, чем выше, тем лучше. Задача тянуть колбу руками. То есть докоснулись лба, это круто, только не тянитесь с лба. Вот, пытаемся скрывать. Чтобы этого добиться, ноги как можно дальше уводим и тянем себя чисто руками. Никакой спины почти. То есть задача максимально нагрузить бицепс. Отвечаю на вопрос. Если ты умеешь подтягиваться, нужно ли делать австралийские? Как видите, да, мы их активно делаем разными хватами в большом количестве. Так что, почему бы нет? Отличное упражнение для горизонтальной тяги. Используйте его в своих тренировках. Держим 20 секунд. Продержали 20 секунд, 10 секунд опускаемся, 10 секунд поднимаем. Довели до 90, держим 20 секунд. И потом 10 секунд пытаемся дотянуть себя вверх. У этого, скорее всего, не получится. Поэтому мы просто пытаемся тянуть и держаться эти последние 10 секунд. Вопрос, кто-нибудь что-нибудь понял? Давай делай, все посмотрят. Время, пожалуйста. Че, ждем? Уделись компании. Вдвоем поместимся? Поместимся. Один шутер будет. Так ты же не понял. Лёх, подсказывай. Мы с тобой не практикуем. Давай, мы поговорим. Не всегда понятно. Да. Че, готовы? Раз, два, три. Главное, после этого каскады по десяткам. Мы уже показывали это в одном из предыдущих видео, а может быть и нет. Вы все смотрите, что делает Саня и Коля, и повторяйте за ними. 10 отвол, да, тут же, прям быстро. Не, вы все понятно. Я начну? Давай. За мной. 10. Итак, первый этап пройден, второй. Ты можешь от скамеечки, например. Второй этап пройден, давай, третья десяточка. Давай, четвертая. Кому-то кажется, что это легко, поэтому надо максимально быстро. Еще быстрее, Сань, сокращай мышцы. Сокращай. Красава, последняя. Давай, давай. 10, давай, давай, делай. Хорош, подзабился, отдыхай. Еще 15 на брусьях? Нет, это еще не отдых, это лишь 2 из 3, 2 из 3. Пятнашечка. Давай, речи. Отлично, все? Все, отдыхайте, и таких круга надо повторить еще 2 таких круга. Вот так вот, ребят. А что вы думали? 3 года не прошли даром. Мы тренили? Мы тренили. Такой старый добрый хип-хоп. Так, давай, что делаем? Последнее упражненица. Ладно, последнее упражнение такое же, как и начало.
20, 25, 30, 25, потом 15, 15 внизу, 15, 15 внизу, поднимись. Вы можете просто перемотать на начало и узнать, что он будет. У вас это чуть проще, чем у нас. Вот так вот. Показывать, наверное, не будем, потому что... Потому что... 20, 25, 30, 25, 15, 15. А тебе сейчас в интернете напишут, что вы не делаете, вы просто говорите, что так делаете. Кто так пишет, пусть пишет. Молодец, что я могу сказать. Нечего сказать, я просто... Понимаете, иногда людям надо верить. Это очень философский вопрос, поэтому не будем так далеко уходить, потому что у меня подход. Все, давайте. Все, у Сани подход, а мы были рады увидеться со всеми вами. Надеюсь, вам тоже понравился первый выпуск. Мы по всем соскучились. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал и обязательно колокольчик. Видите, под видосом есть колокольчик, нажмите на него. И тогда вам будут приходить уведомления о наших новых выпусках. Вы всегда будете в курсе. Вроде все сказал, впереди много всего интересного, так что оставайтесь с нами и занимайтесь воркаутом, будьте клевыми. Пока. Давай, ты с нами. Выше давай, ноги выше. Сейчас же чай будет, так что. Так. Сейчас чай будет. А ты будешь?